Воу, сколько здесь буковок. Офигеть, вот эта комната. Никогда еще я не был в таких комнатах, где очень много предметов и много букв. Ну, тут, конечно, прикольно. Тапочки, пультики. Так, телек. Телек не включается, пультик нафиг тогда. А могу я выйти? Нет, на улицу мне нельзя. Кислородом не подышать. Блин, сколько предметов. Дай-ка я это все возьму. Люблю, когда у меня в руках куча всего. Че это чашечка молоко? Не надо, не хочу. Вот кастрюлю возьму. Нужная вещь. Что тут написано? Так. Добро пожаловать в Лава Челлендж. Да, спасибо. А где лава-то? Лавы нету. Пока кайфую. Чтобы начать, ляг на кровать. И начнется челлендж. Нет, не хочу. Не хочу. А что тут написано? Как играть? Да пофиг, как играть. Я сам себе правила придумаю вообще. Так, телек. Телек не работает. Поэтому его нафиг выкинуть. Выкинуть телек отсюда вот так вот. Все. Ладно, подремлю. И вот так вот. У меня в комнате лава. Ёкарный. Нафиг. Какого? Пожарная. Ноль, где телефон? Надо 001 или как там? 99. Как эти МЧС? 09 или как? 9911. О, 911. Позвоните 911. Двери открыты. Слава богу. Как выбираться? Опасная ситуация. Как еще вообще вся квартира не сгорела нафиг? Это ж прикинь, а? Коробки нормальные, целые. Там тумбочки. Телевизор вернулся? Ах ты, телевизор, я ж тебя выкинул. Как ты сюда телепортнулся, блин, засранец, нафиг. Баночки. Есть что попить. От жары сушит горло. Попить надо что-нибудь. Ничего нету. Блин. Чашечка, у меня ж чашечка была, а чашечка тоже пустая. Блин, зачем я все это выкинул? Может, пригодилось бы когда-нибудь. Так, в общем, нужно выбираться. А если я просто в лаву прыгну? Вот мне интересно, я же типа сплю, это же солнце, мне же ничего не станет. Или я сгорю синим пламенем? Сейчас попробую. О, в то черное пятно. Хлыбыщ! Ничего. Даже не загорелись носочечки. А кроссовочки, носочечки. В общем, синим пламенем я не покрылся. В общем, хорошо. А ну-ка еще разок. Мне понравилось так щикотно. Оу! Это какой-то телепорт. Я прям в портал играю, ё-моё. Вот так вот, хлыбыщ! Вау! А ну-ка, если я на скорости это сделаю. Погоди. Опа! Воу! Меня зациклило, я попал в бесконечность! Ой-оу-оу-оу! Да ладно, все, хорош. Так. Что делать? Надо на выход, да, пойти? Да что-то я очкую, на выход там ничего нету, там пустота. Ну, наверное, это вот так вот надо сделать, это так, на скорости. Как спринтер, как настоящий спринтер, вон там зонтик есть. И вот сюда! О, я пришел, да? Здорово, чашечка. А мне точно сюда? Чашечка так вообще далеко упала. Даже не слышно было, что она там куда-то треснула. А чё я все прыгивал? Можно же было просто сделать. Сейчас, погоди. Ой-ой-ой, не туда. Можно же было просто вот так вот. Я акробат! Сейчас я сделаю это, растяжку, как это? Это, как она называется-то? Шпагат! Смотри, вот так вот. У-у-у-у! Ой, нет, не получилось. Вот, сейчас, подожди. Надо вот отсюда. Отсюда. Вот. Шпагат! У-у-у-у! И все. Чуть не вылетел, слава богу. Так, двери, не закрывайтесь. Угу. Теперь двери открываются. Роскошно. Блин, высоко, однако. Я, походу, в каком-то космосе, что ли? Ладно. Походу, выхода у меня другого нет, я же все равно во сне. Давай, спиной падаю. Да, спасибо вам, вы так мило, радуйтесь за меня. Дальше. Следующая комнатка. Хочу вон ту игрушку. Чувак, ты хочешь ко мне попасть в руки, да? Я тоже это чувствую. Здорово! А теперь иди и скупнись. Вот этот вот чувачок крутой. Да, у него 3D очки есть. А если на него нажать, то получится... Stay cool. Что он говорит? Stay cool? Ну, в общем, неважно. Иди купайся. Так, я хочу попасть... Куда попасть-то я хочу? Куда мне отсюда выходить? Там написано «Не делай кроуч». Что такое кроуч? Не знаю. Причем за главной буквой написано кроуч. Какое-то имя или что-то... Название чего-то.
В общем, неважно. Я хочу попасть на пуфик. Не попал. А с разбегу не попал. А вот так не попал. А вот так попал. Наконец-то. О, здорово. Сбей ко мне телевизоры. Трехочковый. Теперь я сюда прыгаю. Так, телевизоры мне помогут пройти вон туда. Ой, далеко телек кинул. Так, блин, блинский. Ладно, пультик пригодится. Прыгаем. О, тихо, 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 тихо. Лучше бы коробочку еще взять. Сейчас возьмем коробочку. Доширак где-то здесь был. Доширак нафиг мне, в принципе, не нужен. Так, коробочку я взял. Прыгаю. На телек перепрыгнул, блин. Так все хорошо начиналось. Зато у меня остался пульт. Stay cool. Кого? Ты че разговариваешь? Я ж на тебя даже не нажимал. Сейчас, тихонечко так. А может, я даже прыгать не буду, просто... Опа-на, вот. Просто перешел, перешагнул. Теперь коробочку сюда. Опачки. Теперь телек. Опачки, просто раз... Ууу, милк. Че, молочка попьем с кофеечком? Так, вон дверца есть, холодильник. Ладно, за хлебушком пойду. Я типа... Мам, я за хлебом в магазин пошел. Вот он тут, хлебушек есть. Сейчас возьму. О, какой он черствый. Уже как сухарь, можно выкинуть. О, там, кстати, было это, тостер. Но за ним я не поползу, не хочу. А вот и дверца, наверное, здесь выход. Выходим. О, тихо, дверца не открывается, я слишком пухлый. Открывайся. Огонь! Ништячок! Ю-ху! Оу-оу-оу! Да, да, спасибо, спасибо, спасибо. Но там был еще и другой проход. Давай-ка вернемся на прошлую карту челленджа и попробуем там пройти через другую дверь. Так, пультик нажимаем. Перемотку. Огонь, пультик сработал. Мне нужно попасть вон туда. Что же там у нас будет? Интересно, там, возможно, другой проход какой-то или на другую карту меня перекинет. Сейчас узнаем это. Тыкс. Тыкс. Вон там коробки вижу. А ну-ка, если я вот сюда встану просто. Есть, встал. Аллилуйя. Опа. Да будет свет. Тихо, аккуратненько, коврик. Ты меня спасешь. Нафига я часы взял вообще? Банан, кожура от банана. Это же самая вещь, которая не поможет мне перебраться через лаву. Лапша удон тоже мне не поможет перебраться через лаву. Поэтому воспользуюсь диваном. Гиперпрыжок. Теперь беру банан, лапшу. И вот теперь-то она мне поможет отсюда сбежать. Просто вот так вот. Хлыбыч! И на разгончике. Юху! И свобода! Спасибо, спасибо. Вы прям мои кумиры. Вы так за меня радуетесь? Тьфу ты, что в окно, что в двери. Не было смысла делать перемотку. Все равно в одну карту попал. Зачем я банан вообще с собой забрал? Так. Я так полагаю, что мы находимся где-то в школе. Какие-то шкафчики, какие-то манекенчики. Хотя не школа. В общем, пробираемся. Каждый уровень... Не понял, это как так? Я что, с тарелок подскользнулся и упал в лаву? Опасный момент. Тогда я прыгнул вон туда. Опа! Теперь на стол. Хоп! Ой, перелетел, как нифига себе. Вот это я прыгун. Как кенгураша. Сюда, сюда. Ага. Какие черные контейнеры. Обуглились от угля. Фу, там воняет. Фух, ну давай, простым прыжком. Да, надо было простым прыжком. Теперь прыгаю на тюбик. Нет, на тюбик не получилось. Не выдавил я зубную пасту. Сейчас еще разок. Бог любит десяточку. Наверное, надо будет сейчас прыгнуть на картоночку, потом туда, да? Или взять картоночку с собой лучше. Вот так вот сделать. И вот сюда. Вот так. Теперь это сюда. Просто спускаюсь. Вот так. И перехожу. О! Вот это я понимаю. Здорово, курица! Цыпленок, куда ты смотришь? Не смотри туда. Вдруг она пуканет. Вот так вот запрыгнем сюда. Теперь туди. В принципе, очень легко. Очень легко. Не учитывая тот факт, что... То, что я 10 раз уже упал в лаву. Обжег свои ноги. Хотя ноги, в принципе, нормальные. Нет, 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 тихо, 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 тихо. Не падать, не падать. Сейчас мы сделаем вот так. Встаем. Вот так. Забираем коробочку. Тихонечко, аккуратненько, все спокойненько, без нервов.
Без бомбежа, все отлично. А дальше мне, наверное, надо туда. Коробочку заберу на всякий пожарный. Прыгаем сюда. Это сюда. Аллилуйя! Почти, почти кроватка! А, теперь мне надо подняться наверх. Я смогу перепрыгнуть через вот этот вот знак. Написано Лайрдор Зулькед. Какой-то немецкий язык, господи. Рамштайн отдыхает. Надеюсь, что все будет огонь. Да. Поднимаемся наверх. Оу, нифига себе, вот это круто. Рельсы. А, ну конечно же, паровозика не будет, мне придется самому убежать. Машины? Ух ты, сосед, здорово. Здорово. Тебя спасти, походу, надо, да? Меня самого тоже спасти надо. Ладно, попробую прыгнуть на машину. Опачки. Здорово, беги ко мне. У меня тут получше, чем у тебя. Три коробочки, беда. Прыгаем на другую машинку. Опач. О, есть. Блин, вот это вот капец, конечно. Если я сейчас здесь грохнусь, а я здесь по-любому грохнусь, это будет вообще печаль. Да. Надо вначале на велик, наверное, не прыгнуть, а спуститься. Давай, вон туда, вот так вот. Фух. Ух. Наверное, здесь просто перешагнуть надо, да? Перешагнул, огонь, прыжком. О, тортик! Тортик, привет! Я почти тебя съел. Да нет, я тебя не буду есть, я сейчас тебя перепрыгну вот так вот. Опа-на! Да, спасибо. Ты победил, поздравляем тебя. Благодарю, я старался. Фух, ну наконец-то я проснулся. И все это благодаря вам, вашим овациям. Спасибо, чуваки, спасибо. Дайте я вас обниму вот так вот. Да, спасибо. Крутые очки. Ты, наверное, в 3D там все видишь. И главное, стены из лавы. Интересно, если я до них докоснусь, до этих стен, они меня ресетнут? Да нет, я могу обниматься с лавами стенами. Кайфово. Ну что, теперь можно подремать. Все, споки-поки.